450 детей из Грайворонского и Шебекинского округов проведут 3 недели в Калужской и Тамбовской областях. Ребята разных возрастов, у каждого большие ожидания от поездки. Даже на перроне времени зря не теряли. Знакомились и строили планы на ближайший месяц. С каким настроением едете? Вот таким. Шикарным. Приехали, побегали с друзьями, повеселились, познакомилась с девочкой Вероникой. Очень прикольная девочка, веселая. Еду сейчас с радостным настроением, надеюсь получить хорошие эмоции от лагеря. Нас ждет этого отдыха очень, не знаю, что-то бомбическое, прям интересное. Новые знакомства, это вот самое веселое. От обстрелов, от бахов. Да. Я взяла с собой много разных вещей для переодевания лука каждый день. И еду, конечно, с хорошим настроением, чтобы повеселиться с друзьями. В дороге школьников сопровождали педагоги и медицинские сотрудники. Едем отдыхать, расслабиться от бахов. Вот, думаю, что деткам понравится, все будут веселиться и отдыхать. У нас у каждого по 12 человек, у сопровождающих. У людей прекрасное настроение. Все немножечко, конечно, подустали, набегались, потому что... Туристические походы, плавание в бассейне, образовательная и культурная программы. Для ребят подготовили интересный досуг и комфортные условия проживания. Напомним, Калужская область уже приняла 300 человек, в Тамбов отправились 150. Хорошо уже известный нам лагерь. Это место, которое проверено, где мы отдыхали уже в летний период прошлого года. И где у нас дружеские и теплые отношения с коллегами из Тамбова. Для ребят подготовлена интересная досуговая программа. Дети будут накормлены, присмотрены и, уверен, замечательно проведут время. А эти кадры уже из Калуги. Ребят встретили волонтеры и сотрудники МЧС и доставили к месту пребывания. Подчеркнем еще раз, в лагере дети проведут стандартную смену. Однако в зависимости от оперативной обстановки и по желанию родителей смогут остаться там до конца учебного года.